Смысл заключается в том, что когда человек хочет быть счастливым, он должен поступать исключительно бескорыстно. Иначе счастья не будет, а будет просто замен одного на другое. Например, жена взяла, поцеловала мужа для того, чтобы он сделал ей приятно. Он сделал ей приятно. Она получила что-то взамен и получила кусочек, небольшой кусочек счастья, который в принципе не является глубоким. Но если бы муж подошел и сам поцеловал, она бы получила больше счастья. Это так или нет? Так. Однако, если жена подойдет к мужу и сделает ему что-то приятное, не желая, просто не желая ничего взамен, так настроившись, то, может быть, он ее и не поцелует. Но он изменит о ней свои представления. Если человек хотя бы один поступок бескорыстный в жизни по отношению к близкому человеку делает, по-настоящему бескорыстный, то у того в сердце откладывается глубокое чувство, которое потом глубоко меняет отношения. И эта измена в отношениях дает настоящее глубокое счастье. Но понять это очень сложно, потому что надо экспериментировать, а экспериментировать с бескорыстием сложно. Лучше я удавлюсь. Если у меня вагон яблок, они пропадают, я все понадкусываю. Неважно, хохол, не хохол, мы все хохлы в своей душе. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что у нас нет опыта, мы не знаем, что это такое. У нас нет опыта, мы не экспериментировали. Надо попробовать. Почему не экспериментировали? Потому что чем человек отличается от животного, знаете? У живого человека есть возможность быть бескорыстным в психике, а у животного нет. А знаете, чем разумный человек отличается от обычного? Разумный человек отличается тем, что он эту возможность уже реализовал. Разумный в ведах не означает академик, доктор наук, там, профессор или математик там, с большими достижениями. Разумный человек – это тот, кто способен быть глубоко счастливым в своем сердце. Разумный означает внутренний в сердце, самодостаточный, глубокий человек в сердце, имеющий океан счастья внутри. Признак разумности, согласно ведам. И только тот человек способен быть разумным, который действительно этот океан счастья в своем сердце постоянно отдает. Потому что если водоем не отдавать, вода из водоема не вытекает, то она, несомненно, там затухнет. Без всякого сомнения. Точно так же и счастье в сердце человека. Если мы только его берем, оно начинает смердить, оно тухнет. Нет, всегда должен быть поток. Надо всегда отдавать. Приток в нашу жизнь всегда приходит само собой. Мы научились хватать раньше, чем родились, понимаете? А вот отдавать – это большая проблема всегда в жизни. Это надо очень много понять, чтобы это делать. Причем интересно, он пишет, попадать в зависимость, принимая пожертвования, это зло. Даже если это позволительно, ввиду бедности. С другой стороны, подать бедному благо, даже если бы и не существовало иного мира с его воздаяниями. Сейчас объясню вам то, что мы много чего не знаем в этой жизни. Оказывается, что человек не должен настраиваться принимать что-либо от других. Он должен всегда хотеть служить и заботиться о других. В любом случае он должен настраиваться только так. И тогда он всегда будет счастлив. Даже если он нищий, он не должен настраиваться принимать. Если кто-то даст, хорошо. Но надо всегда служить, потому что когда человек служит, судьба будет давать ему. Но если человек отдает и отдает бескорыстно, он в этой жизни уже получает благо. Но веды говорят, что на самом деле жить для этой жизни – это тоже признак скупости. Потому что человек должен учиться жить не для этой жизни. К сожалению, у нас совсем нет знаний о том, что будет дальше. В этом заключается большая проблема. Оказывается, большинство людей, которые живут на земле, в следующей жизни будут очень сильно мучиться, прежде чем заново родиться. Причина заключается в том, что они корыстных в жизни поступков совершили гораздо больше, чем бескорыстных, и за это им придется страдать.
Этот мир соткан из бескорыстия и справедливости. Если корыстное какое-то существо в него попадает, то оно потом будет мучиться. Все животные формы жизни, все животные означают беспросветно корыстные живые существа. Веды объясняют, каждый из нас может родиться животным, если он не поймет, как правильно жить. В этом мире также существуют высшие живые существа, которые гораздо более счастливы нас, но они также более бескорыстны. Их бескорыстие настолько глубоко, что они даже не вмешиваются в нашу жизнь, хотя могут это сделать. Мы часто воспринимаем высших живых существ как агрессоров, которые прилетают на Землю с целью ее захватить. Это признак нашей тупости. На самом деле, если кто-то хотел захватить эту Землю, он давно уже ее захватил. Вы что думаете, тут прям все, вот мы такие крутые, некому захватывать? Есть высшие живые существа, которые все контролируют на этой земле, все прогодные явления и так далее. И они это делают абсолютно бескорыстно. Вы никогда даже не узнаете о том, что это происходит, это делает эта личность. Так они живут. Они управляют всем этим миром абсолютно бескорыстно. Но часть мира составляют живые существа недоразвитые. Недоразвитые означает, не понимают высшего руководства раз, и не понимают, как самим жить правильно два. Веды объясняют, что в этой вселенной существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Человечество – это одна форма жизни. Растительный мир – это другая форма жизни. Животный мир – третья форма жизни. Мир насекомых – четвертая форма жизни и так далее. Всего 8 миллионов 400 тысяч форм. Из них 400 тысяч форм разумных. В ведах есть градация, какие формы жизни более разумные, какие меньшие. Человечество стоит на самом последнем звене. Мы первые среди разумных, то есть мы самые последние среди разумных. То есть мы самое первое звено после животной формы жизни. И признаки, и там доказывается, почему. Объясняется, что чем выше разум у человека, тем он глубже, чем выше разум у живого существа, тем он глубже понимает закономерность создания этого мира, тем он глубже, тем больше у него склонность к самопожертвованию, тем счастливее он живет, тем меньше у него в жизни проблем и так далее. Описываются как бы критерии. Тем более продолжительна у его жизнь, тем более он здоровый в своей жизни и так далее. То есть много критериев, показывающих более разумные формы жизни, тем больше у него могущества в жизни и так далее. Посмотрите на нашу жизнь. Мы вообще не понимаем, что происходит вокруг. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Великий человек сказал. Взяли уже. Казахстан бедствует. Много уже частей земли просто бедствует из-за того, что мы взяли в свое время. Безумцы. Мы безумцы, понимаете, на этой земле. Мы сами создали своими руками оружие, которое нас может уничтожить в секунду. Это же вот тупость полнейшая вообще. Даже безумие и все. И больше ничего. Мы очень разумные, мы считаем. В чем разумность-то заключается? В том, что мы ничего не понимаем, что происходит. Мы даже свою жизнь не можем изменить. Поэтому высшие силы дают нам знания, присылают через разные религиозные системы нам знания, для того, чтобы мы поняли, как жить. Но мы что делаем с этими знаниями? Мы отгораживаем его и говорим, вот это знание правильное, все остальное ерунда. И начинаем сражаться с другими видами знания. Все войны фактически на Земле возникли в результате определенной религиозной или политической подоплеки. Все религиозные группы на Земле созданы в результате определенного вида знания, которое послано свыше. Что мы делаем с этим знанием? Мы берем его себе и говорим, это знание лучше, все остальные плохие, будем с ними сражаться за это знание. Бред сивой кобылы. Вместо того, чтобы это знание использовать для того, чтобы развивать человечество, мы начинаем виды же знаний использовать для того, чтобы разрушить Землю. И что разумного в нас, скажите мне? Смотрите, сколько глупостей. Поэтому надо изучать, как жить. Ведь все есть. Знания написаны. Надо изучать. И это не просто жить правильно, потому что естественная тенденция в нашем сердце – жить неправильно. Мы склонны жить неправильно. Само собой, мы разрушаем свою жизнь. А для того, чтобы ее возродить, для этого нужно изучать.
и совершать аскезы, то есть ломать свое представление о том, что происходит, как я живу. Естественным образом мне кажется, что если я буду выяснять отношения с близким человеком, он все поймет когда-нибудь и начнет относиться ко мне хорошо. Это и есть петля. Наоборот, для того, чтобы он все понял, надо перестать его мучить и начать заботиться о нем. И во время этой заботы он начнет осознавать, что он ведет себя неправильно. У него само это будет приходить в сердце, без всяких объяснений. А если вы чуть-чуть нежно очень подскажете, он тем более будет понимать. Но такие отношения у кого в семье? Скажите мне, кто из вас в семье может сесть напротив друга и просто по-доброму, пообщаясь, поговорить о том, что нам в отношениях не хватает? Поднимите руку, у кого такие отношения? Вот все, это счастливые семьи. Это гарантия. Видите, подняли всего 10 рук. Все остальные не могут просто сесть с близким человеком и поговорить по-доброму, что нам в отношениях не хватает. Этот разговор закончится скандалом. Это первый этап. Это значит, все хорошо у вас идет, но еще вы не развились, вы развиваетесь. Правильно? Правильно, потому что вашей любви не хватает для того, чтобы он понял. Не потому, что он такой козел, а потому, что любви не хватает. Понимаете, в этом причина. Так вот, я вам сейчас объясню. Смотрите, то есть вы начали правильно себя вести. Хорошо, это хорошо, но этого еще недостаточно. Надо так столько правильно себя вести, чтобы сердце близкого человека растаяло, и когда оно растает, он начнет слушать. Знаете, что такое слушание? Это проявление разума. Слушание – это функция разума. Интересно с этой связи объяснить слово «послушный». Что значит «послушный»? Означает «разумный». Если человек способен быть послушным, он разумный. А что такое послушание? Видите, разные слова, но корень один и тот же. Что такое послушание? Послушание означает развитие разума. Есть только один способ развития разума – это послушание. Вот вы пришли на лекцию, начали стучать кулаками. Олег Геннадьевич, про женщин, про мужчин. Зачем? На лекцию ведь приходят для другого. Для того, чтобы получить знания, надо очень смиренно слушать. Я же тоже прихожу, получаю знания. Я не прихожу к своему духовному учителю, начинаю стучать пяточками и кулачками, кричать: говори мне только то, что мне нравится. Нет, такого нету. Он говорит мне все, что считает нужным. Я принимаю. А что делать? Иначе ты не проживешь. Ну, вы ругайтесь. Мне нравится. Спасибо вам. Это смирение мне вырабатывает. Но не знаю, насколько вам это поможет. Может, человек не понимает, в чем благо пожертвования. Но это лишь пока. Он не увидел сияющего лица человека, чьей беде он помог. Это сияющее лицо имеет очень большое значение. Вообще, в жизни человека должно быть обязательно это случиться, потому что без благословения человек жить не может. Надо понять, что в этой жизни есть проклятие, это факт, но эти проклятия приходят из наших поступков. Часто мы думаем, что проклятие создает человек в результате злобы. Вы ошибаетесь. Людская злоба не может повредить нам. Нам вредят наши поступки. Вот, допустим, я бросаю жену. Она подумала обо мне, на самом деле ты, бросив меня, счастлив не будешь. Буду я счастлив после этого? Нет. Это называется проклятие. Она не хотела, просто она так подумала, и все. Этого достаточно. Теперь второй вариант. Вы сделали просто человеку, просто потому, что вы привыкли это делать, что-то доброе и бескорыстно абсолютно. И в этот момент он очень сильно нуждался в этом. И он говорит: чтоб у тебя все в жизни было хорошо. И у тебя всю жизнь будет хорошо. Или он говорит тебе, чтобы у тебя была хорошая работа. Или он говорит тебе еще что-нибудь. Его сердце подскажет ему, что тебе сказать само. И ты получишь именно то, что нужно было в жизни получить.
Это называется благословение. Благословение – это огромная сила. Если говорить о том, что такое удача, она как раз приходит только через благословение. Если дорожку удачи какой-то человек в твое сердце не протоптал, удача в твою жизнь не войдет. Она входит через кого-то. Кто-то должен тебе чего-то пожелать. Понимаете, о чем я говорю? Но удача – это не то, что ты пожелай меня, пожалуйста, чтобы у меня муж был, я тебе сейчас послужу. Не работает система. Это должно само вырваться из сердца, и это неожиданно приходит. Человек должен делать добрые дела, не думая о том, когда удача придет в его сердце, кто ему скажет хорошее. Надо, наоборот, про это забыть. Потому что если ты будешь про это помнить, это уже не бескорыстие, и удача не придет в жизнь. Есть очень хороший путь решить проблемы. Для этого нужно просто делать добрые дела. У меня как-то была лекция... По-моему, это было в Германии, я не помню. И один человек... Это было в Бельгии. И один человек слушал лекцию. Он говорит, я хочу построить школу. Что мне делать? Я хочу построить благочестивую школу. Что мне делать? Я говорю, денег недостаточно. Он говорит, есть деньги. Я говорю, денег недостаточно. Он говорит, почему? Я говорю, а кого вы, каких преподавателей вы наберете в эту школу? Для того, чтобы найти благочестивых преподавателей, вы должны сами обладать благочестием. Он так раз напрягся. Я говорю, а вам правительство разрешит эту школу иметь или нет? Раз напрягся. И так далее. Много вопросов возникло. И он такой, вторая записка была, что делать? Я хочу построить школу. Я ему сказал, что делать. Делать добрые дела. Делать добрые дела, заваливать народ добрыми делами. Потому что, когда человек добрые дела делает, благословение приходит в его жизнь. И находятся люди, которые дают возможность ему воплотить его завечную мечту в жизни. Сделать что-то важное и ценное в этой жизни. Он копит силу благочестия, и таким образом создается его проект. В Алма-Ате есть один человек, у него очень больная дочка, но он очень богатый человек. Он взял, построил клинику для этой дочки. Для одного человека, для одного ребенка целую клинику построил. И построил для нее свою школу. Потому что по-другому ее никак не образуешь. Знаете, что дальше получилось? В эту клинику и в эту школу он не нашел ни врачей, ни преподавателей. В результате все это просто стоит. Потому что всех, кого он находил, были недостаточно квалифицированы, чтобы так работать и жить, как он хочет. Почему он не нашел никого? Потому что счастье с денег не начинается. Для того, чтобы сделать что-то ценное, ты должен найти ценных людей сначала. Они на дороге не валяются, они даются Богом. Богатый человек может себе хорошую жену найти? Никак. Дуру себе какую-нибудь найти, которая будет мучить его запросто. Красивенькая будет... Денежки считать будет хорошо, но счастье не принесет. Но это не факт, что все богатые люди несчастливы. Потому что если богатый человек постоянно заботится обо всех, Бог ему даст хорошую жену. Бывает у богатых людей хорошие жены. Это чудо. Потому что на богатых людей все смотрят. Все хотят за богатого замуж. Человеку очень трудно выбрать себе жену. Но бывает такое чудо, что он выбирает хорошего человека, представляете? Который всю жизнь помогает, заботится о нем. Был один царь в Индии. Он прославился тем, что его назвали святым царем. Интересно, что его назвали индусы святым царем, хотя он был царь, мусульманский правитель это был, и он захватывал Индию. Но его все вокруг считали святым царем, и индусы, и мусульмане. Этого царя звали Акбар. Это великая личность. Его многие сейчас знают. Так вот, идея в чем заключается? В том, что он взял себе, будучи мусульманином, жену индуску. Идея заключается в том, что когда он захватывал государство, царства, допустим, он... давал возможность всем соблюдать свою веру и поклоняться так, как ты поклоняешься. И он защищал очень это все очень сильно.
И поэтому этим как бы правители сами отдавали ему свое государство, зная, что лучше не сражаться, а сохранить жизнь народу, потому что он был очень могущественной личностью. И у этого царя была очень верная, любимая жена. Есть такой фильм, даже голливудский, «Акбар и Джодха». Возьмите где-нибудь, найдите и посмотрите этот фильм. Вы увидите, как богатый человек может быть счастливым. Вы увидите, а? Здесь продается, да? О, сразу, ну смотри, шустрый. Реклама. Молодец. А? Я не помню, сколько у них детей было. Я только вам просто пример показываю, что богатый человек может быть счастливым. Но посмотрите, как он жил, этот богатый человек. Как он себя вел с людьми, что он делал в своей жизни, чтобы стать счастливым. Вы должны это понять. Это очень ценно понять, понимаете, через хотя бы через жизнь великих людей. Когда ты видишь счастливое лицо человека, которому ты дал пожертвование в нужное время, нужное пожертвование, то этот человек своим счастливым лицом тебе даст то, что тебе в жизни сильно не хватает. Нуждаются в этом мире все. Нет не нуждающихся людей. У каждого есть нужда. Но только те, которые делают добрые дела, по-настоящему качественно добрые, а их сделать очень сложно. Вы думаете, легко доброе дело сделать? Это дура сделать не трудно. А доброе дело очень легко. Вы даже возьмете сейчас деньги и понесете в детский дом. Куда эти деньги пойдут? В карман тем, кто содержит детей. Очень часто так бывает. Не всегда, но часто. Да? Можно игрушки продадут. Я просто знаю, я же этим занимаюсь. Я знаю, как это происходит. О, это уже другое. Видите, он, это же разумное слово сказано. Можно ходить и детей, учить детей. Видите, я так... Вот, видите, у нее глаза сияют. Она говорит, а можно ходить лечить, учить людей? Видите, у нее глаза сияют. И она уже видела, потому что она уже видела в детских глазах благословение. Поэтому она так говорит. Понимаете, можно делать добрые дела, но надо изучать, как это делать. Это не просто. Деньги швырнул, и доброе дело совершилось. Нет, не факт. Надо изучать, как это делать. Где изучать? Вот здесь изучать. Где изучать? Смотрим на меня. Можете не изучать здесь, где-то в другом здесь изучать. Это как вы пожелаете. Сила аскезы, ума, можно победить чувство голода. В этом сила постника. Но накормить голодного большая заслуга, чем поститься самому. Представляете? Ты можешь поститься, совершать аскезы. И эта аскеза еще не факт, что сделает тебя счастливой. Потому что веды объясняют, аскеза дает силу человеку. Силу. Но это не факт, что этот человек станет счастливой. Я как-то какое-то время жил в одном монастыре ведическом под Москвой. И там был один такой интересный человек, он постоянно постился. То есть он такой силы, то есть он один раз он постился 2 недели, и он такой силы достиг. Там был ведический фестиваль в этом месте, и как бы начал собираться очень сильный как бы дождь, и это была осень, и он просто бы испортил фестиваль, огромные тучи скопились. Он вышел из своего места, где он живет, пошел, он такой весь оброс, такой глаза такие стеклянные, такой идет, короче, все думают, куда пошел, пошли за ним смотреть, куда пошел. Он пошел, встал в ручей, там ручей был где-то по пояс, он встал в ледяную воду осенью, вот так поднял руки кверху и вот так стоял, и тучи разошлись все. Потом пошел к себе в келью, зашел, начал дальше там сидеть. Послушайте ж дальше, я вам сейчас еще не досказал. Так вот, этот человек... Он не стал больше заниматься духовной практикой. Через некоторое время он ушел из духовной жизни по причине, что эта аскеза сделала его очень гневливым. Он просто всех ненавидел вокруг. Его глаза блестели злобой.
Я как-то начал соблюдать серьезные посты, и я почувствовал, что как бы я начал злиться. И я подошел к своему наставнику, я не знал, что мне делать, и спросил его. Вот я соблюдаю посты, и он даже не дал мне договорить. Он говорит, ты соблюдаешь посты, а это улучшает твои отношения с людьми? Я говорю, нет. Он говорит, перестань соблюдать посты, и все. Я говорю, а что мне делать? Я говорю, молись. Он говорит, молись за них, и ты получишь счастье больше, чем соблюдаешь посты. Знаете, очень просто все. Люди часто не знают, что делать. Мы думаем, аскезы спасут нас, голодание и все прочее. Это может испортить характер. Аскезы дают силу. Куда вы эту силу направите? Не факт, что человек ее направит в нужное русло. Он может своей аскезой стать просто таким безумцем, что он все разрушит вокруг себя. Некоторые люди бросают есть мясо. Это хорошо. Это должно в сердце, по идее, дать доброту. Потому что, когда человек не способствует убийству животных, а это насилие, в его сердце должно прийти доброта. И он должен стать очень мягкий, как масло, веды описывают, как масло. Мягким должно стать сердце, которое не ест мясо. И он должен снисходительно, по-доброму относиться ко всем. Но часто мы видим, человек бросает есть мясо и начинает всех мучить. Перестаньте при мне есть мясо, там, выкиньте мясо в окно. То есть ходит и всех мучает. Почему он так делает? Потому что аскеза пошла не туда. Часто так бывает. Причина тому – неспособность трансформировать энергию. Самая главная и первая аскеза человека должна быть молитва. Когда человек молится, то его сердце становится мягким. И такой человек реально может дальше совершать больше аскез. Аскезы должны ложиться уже в теплую среду. То есть сердце должно быть уже наполнено бескорыстием, и тогда человек может наполнять свою жизнь аскезами и здоровым образом жизни, и режимом дня, и всем чем угодно. Но первое, что он должен в своем сердце культивировать, это любовь. Любовь достигается быстрее всего через молитву. Отношения со святыми людьми быстрее плавят сердце всего. А потом уже дальше надо учиться жить чисто, чистой жизнью. Здесь говорится об этом. Да, сила аскезы может победить. В этом сила постника. Но накормить голодного большая сила, чем поститься самому. Если ты хочешь, чтобы жизнь твоя была счастливой, в этом направлении совершай аскезы. Да, можно работать над собой. Часто женщины начинают работать над собой. И результат какой? Разваливают семьи. Веды объясняют. Все очень просто. Простите, я опять про женщину. Все очень просто. Надо. Женская аскеза означает воспитание в себе силы, способности любить близких людей. Учиться служить им, бескорыстно заботиться о них. В этом женская аскеза. И женщина такая становится очень сильной. А не в том, чтобы под душ вставать, голодать. Женщине очень просто все это делать, если она захочет. Но не в этом женская аскеза. Мужская аскеза в том, чтобы работать над собой. Да, это делает его крепким, нужным для общества, для семьи. Но женская аскеза прежде всего в любви заключается. И женщина часто проталкивает вот эту идею бескорыстия, потому что сердце у нее доброе, она по природе. То есть она склонна служить, заботиться обо всех. И поэтому в семье, допустим, для того, чтобы развить бескорыстие, женщина должна первая начать всех кормить вокруг, заботиться обо всех. Мне с лекции жертвуют деньги. На работе я деньги не беру, с лекции, когда жертвуют деньги, я приношу домой. Жена берет эти деньги. Я знаю, что я больше никогда их не увижу. Потому что она хочет эти деньги отдать на строительство какого-нибудь храма. И поэтому у нас в жизни все хорошо. То есть она просто фанатик что-то строить. Понимаете, какое-то пожертвование дать. Но это приносит счастье. И не факт, что мы голодаем там. У нас все нормально. Просто идея в чем заключается? Я счастлив, что у меня такая жена. Что она берет деньги и не думает, сколько платья на это могу купить. Понимаете? Она деньги использует на благо других.
кормит всегда, что-нибудь делает там, заботится обо всех. Это признак разумности женской. Почему бы нет, почему бы не так жить, женщина? Что-то вы так совсем опечалились. Ну ладно, вы не печалитесь, все будет хорошо.